Возле крупных торговых центров и в местах проведения праздников и фестивалей работают передвижные пункты вакцинации от коронавируса. Сделать важный шаг для защиты своего здоровья можно и во время Волгофеста. В дни проведения фестиваля мобильный прививочный пункт работает возле бассейна ЦСКА ВВС. Без предварительной записи конкретно прийти, имея при себе только паспорт, полис, и сделать свою прививку. В каждом пункте работают медсестра и врач, который проводит обязательный осмотр перед вакцинацией. Прививки от коронавируса делают всем желающим жителям области старше 18 при отсутствии противопоказаний. Если противопоказаний не выявлено, медсестра поставит прививку первым компонентом препарата. Также обязательно выдадут памятку и назначат дату повторного визита в прививочный кабинет. Прививка – это хорошая защита, профилактика, да, соответственно, это дает нам возможность вернуться к нашему любимому образу жизни, который был всегда. Моя семья все привилась, да. Почему решила сделать? Потому что планируем с семьей ехать в Крым в этом году, поэтому решили подстраховаться. Чтобы к осени сформировался коллективный иммунитет и распространение коронавируса остановилось, нужно, чтобы 60% населения прошло иммунизацию. Сейчас в губернии прошли вакцинацию почти 460 тысяч жителей. Среди них социальные и медицинские работники, учителя, военные, студенты, сотрудники крупных предприятий различных отраслей. Из этого числа больше 383 тысяч получили оба компонента вакцины. Важно, что почти половина тех, кто уже привился, это люди старшего поколения. Но мобильный пункт на набережной будет работать и в предстоящие выходные. Ольга Хамракулова, «События».